цветочных натюрмортах художники изображали тюльпаны, розы, гладиолусы, гиацинты, гвоздики, лилии, ирисы, ландыши, незабудки, фиалки, виолы, маргаритки, нигеллы, розмарины, анемоны, календулу, левкои, мальвы и другие цветы. Одним из первых художников 17 века, писавших вазы с цветами, был Якоб Жак Дегейн-младший. Для его творчества характерны вытянутый вертикальный формат картин, многоярусное расположение цветов с чередованием крупных и мелких растений, а также использование приемов, которые станут весьма популярными среди художников данного жанра, встраивание букета цветов в нишу и изображение рядом с вазой мелких животных. Появление в цветочных натюрмортах в качестве вспомогательных деталей насекомых, животных и птиц, раковин является отражением традиции использования скрытых значений изображаемых предметов, имеющих символическое значение. Различные символы появляются в натюрмортах всех жанров. Последователями Якоба Дегейна-младшего являлись Ян Баптист ван Фортенбург и Якоб Ваутерс Восмар. Фортенбург писал букеты из тюльпанов, нарциссов, роз, физалиса. При этом в его картинах встречаются мотивы суета-сует и классической обманки. Характерной чертой картин Восмара также являются мотив суеты-сует в виде поникшей розы. Часто он изображал на натюрмортах муху, бабочку-крапивницу, бабочку-капустницу, стрекозу и пчелу. Основателем целой династии мастеров натюрмортов с цветами и фруктами был Амбросиус Босхарт-старший. В династию входили три сына – Йоханнес и Амбросиус, два шурина – Йоханнес и Балтасар ван дер Аст и зять Иеронимус Сверц. Босхарт писал небольшие натюрморты с букетом в вазе. В ряде случаев это была ваза из китайского фарфора, поставленная в нише или на подоконнике окна. В качестве антуража в его картинах помимо мелких животных встречаются раковины. Среди сыновей Босхарта наиболее ярко талант художника проявился у Йоханнеса Босхарта. Отличительные черты его творчества – расположение предметов по диагонали картины и матово-металлический колорит. Амбросиус Босхарт-младший использовал приемы светотеневой моделировки утрехтских караваджистов. Абрахам Босхарт копировал приемы своих братьев. Продолжателями традиции Босхарта стали братья жены Амбросиуса Босхарта – Йоханнес и Балтасар ван дер Аст. Известна лишь одна картина Йоханнеса ван дер Аста. Большое значение для развития натюрморта имело творчество старшего из братьев – Балтасара ван дер Аста, оставившего богатое творческое наследие более 125 картин. Он любил изображать на столе корзину с цветами и блюдо с фруктами, а на переднем плане вдоль кромки стола помещал раковины, плоды и бабочек. В некоторых его картинах изображены попугаи. В школе Амбросиуса Босхарта-старшего относится Руланд Саверей. Его натюрморты построены по принципу букета цветов, расположенного в нише. Он добавлял в картины мотивы суета-сует. В качестве антуража использовались жук-могильщик, навозная муха, бабочка-мертвая голова и другие насекомые, а также ящерицы. Творчество Амбросиуса Босхарта оказало воздействие на таких художников, как Антони Класс I, его однофамилец Антони Класс II,
и зять Амбросиуса Босхарта-старшего Иеронимус Сверц. В творчестве Ханса Боллунгейера широко использовались приемы утрехтского караваджизма. С помощью светотени художник выделял цветы на фоне полумрака. Дальнейшее развитие цветочного натюрморта наблюдалось в творчестве мидделбургских мастеров Кристофера Ванденберге, изображавшего в цветочных натюрмортах и элементы суеты-сует, бутыль с вином, табакерку, курительную трубку, игральные карты и череп, и Йоханнеса Гударта, широко использовавшего в качестве антуража насекомых и птиц. В школе дордрехтских мастеров цветочного натюрморта относятся Бартоломеус Абрахамс Астейн, Абрахам ван Калрат, отец знаменитого пейзажиста и анималиста Альберта Кейпа Якоб Герриц Кейп. Для их творчества характерно широкое использование светотени.